гостях у Елены. Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы в гостях у Елены. И сегодня я хочу сделать обзор моего подарочка. Это гладильный комод. Сейчас мы будем распаковывать, и я покажу вам, как мы его будем собирать и как я буду на нем гладить. Thank you.
очень довольны. Собирается он очень быстро, да, муж? Легко и просто. Что хочу сказать, что это комоды от российского производителя, из высококачественного, значит, долговечного и экологического массива дерева бук. Знаете, почему я так говорю? Потому что я такие комоды видела давно, присматривалась, но они китайские. Вы знаете, они вот телемпались, вот того гляди развалятся. Это не то. Очень мощная конструкция, вы не представляете. И он, этот комод, очень-очень тяжелый. То есть туда-сюда его переносить очень сложно, очень удобный. Там можно выдвинуть вот так вот ящичек, туда положить белье. То есть настолько удобный и очень качественный. Вот другого подарка пожелать невозможно. Я, конечно же, обязательно вам оставлю ссылочку, где муж у меня заказывал этот комод. И, пожалуйста, переходите по ссылочке, а то ведь вы все равно спросите. Вот, и покупайте, девочки. Я вам честно говорю, я просто, ну, я не знаю, я на небе от такого счастья, очень качественный комод. Кстати, мы тоже будем приобретать еще там очень много всяких штучек, там есть напольные вешалки, есть зеркала, есть вешалки с тумбочками, то есть это наше качество, и поэтому замечательное. Вот, ну что ж, на этом я хочу с вами попрощаться, и что сейчас я сделаю? Я сейчас буду гладить, и... Посмотрим, как вот удобно и легко тут на таком комотике гладится. Очень удобно, вы видели, я вам показала, какая ширина, длина. Вот. И ничего здесь не трясется. Посмотрите, какая мощная конструкция. Ничего не трясется. Гладить одно удовольствие. Вот такая красота. Очень быстро и легко и удобно. Постельное белье, я так поняла, тут гладить шикарно, потому что доска, комод с доской гладильной очень-очень таки большой. Вот посмотрите, какая вот длина вообще. И брючки, и все можно погладить. В общем, вот такая вот красота. Я очень довольна. Вот. Вот такая прелесть. Все. Легко, просто удобно. Девочки, а что нам еще нужно? Спасибо, муж.